Бля в клуб, да. Хотите верьте, хотите нет, но вы снова в Блеф-клубе. Ну, я думаю, что по тому количеству фильтров, которые здесь находятся от нашего спонсора, вы уже догадываетесь, что сегодня будет экологически чистая игра. И что самое интересное, играть в ней будут экологически чистые люди, которые прошли проверку в знаменитом сериале «Убойная сила». Поэтому я с большим удовольствием сюда, за экологически чистый стол, приглашаю исполнителя роли комиссара милиции, так его в фильме зовут, Сан Саныч, актера театра и кино Виктора Костецкого. Ура! Виктор, добрый вечер, добрый вечер. Ну, я думаю, что все-таки действительно мы очень важно, ну, мы придаем большое значение тому, чтобы пить чистую воду, ведь правильно? Да. Да. Вот верите ли вы, что вот сейчас прямо на ваших глазах я вот из такой воды при помощи фильтров буквально там, я не знаю, ну, за одну, за две минуты от нашего спонсора сделаю чистую воду, которую, в принципе, даже можно и пить. Да еще, в принципе, можно просто пить. Верю. Верите? И правильно делаете. Я с большим удовольствием представляю вот просто вот такое нехитрое, собственно говоря, изобретение. Это фильтр гейзера. Я должен сказать, что этот фильтр, ребята, которые едут в Чечню, они всегда его берут с собой, потому что при его помощи очень легко, я не знаю, из самой грязной воды, вот видите, она вот просто вся мутная, я ее специально перемешаю. Вот сейчас все это надеваем и потом начинаем вот быстренько как бы вот качать. Вы видите, поступает. И вот смотрите, сейчас пойдет совершенно чистая вода. Я даже больше скажу, что вот даже когда было авария на Чернобыльской АЭС, то воду из Припяти при помощи этих фильтров все-таки сделали чистую. Да. Вот как вы видите. Как слеза. Как слеза. Все, я своим подчиненным рекомендую этот фильтр. Я их посылаю в Чечню. В следующих сериях. Да, я действительно слышал, что будет какая-то серия в Чечне. Четыре будет. Четыре будет серии в Чечне. В Чечне. Ну что ж, и вот с этими фильтрами. С этими фильтрами. Поэтому я с большим удовольствием просто вам хотел бы, чтобы у вас такой фильтр тоже был дома. Это вам. Так что пользуйтесь на здоровье и своим подчиненным. В дорогу. А раз своим подчиненным, то возьмите еще один. А там наверняка ведь найдутся еще люди, поэтому возьмите еще один. Спасибо. Теперь, собственно говоря, да. Ваш розыгрыш, Виктор. Веришь ли ты, что я отличный милиционер? Ну, если вы отличный милиционер, у вас должны быть ордена, вот, награды, медали. Поэтому я, в принципе, знаю, что как бы в повседневной жизни не носят обычно. Но, в принципе, я думаю, что где-нибудь висит в шкафу китель. И там наверняка на кителе есть вот эти вот ордена, медали, планки. Зачем на кителе? Зачем на кителе? Ну, веришь? Не верю. И зря. Так. Удостоверение. Удостоверение. Заслуженный артист России Костецкий Виктор Александрович приказом начальника Главного управления внутренних дел от 12 апреля 2001 года награжден нагрудным знаком за отличную службу в МВД. Можно я просто покажу удостоверение, потому что ведь мы же всегда верим бумажке. Да, пожалуйста, Вениамин Григорьевич Петухов, все правильно, начальник ГУВД. Поздравляю вас вот с этим значком. Вот Виктор Костецкий, пожалуйста, занимайте место, удостоверение отдаю. Да, занимайте это место за нашим игровым столом. Большое удовольствие, сюда за игровой стол нашего Блеф-клуба я приглашаю исполнителя роли подполковника Егорова. Да, Александра Чутрюмова. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы видите, какая чистая вода. Верю, верю. Да, верите, была да? бы еще чистая водка такая же. Вот верите ли, что вода от нашего спонсора, вот через от фильтров гейзера, настолько чистая? Вот, не, нормально, чистая вода. Вот я просто вливаю из фильтра вот сюда воду, что если туда, в принципе, взять, опустить икринку, она еще обладает чудодейственными свойствами, потому что, ну, вы знаете, вот где-то есть мягкая вода, где-то есть жесткая вода. Вот, например, у нас в Питере мягкая вода, но не хватает минералов. Поэтому туда, в фильтре, стоит уже специальный минерализатор. А наоборот, для области там стоит смягчитель воды. Вот если вот в эту воду я сейчас брошу икринку, то к концу передачи такая вода чудодейственная просто, понимаете? Рыбка вылупится. Рыбка вылупится? Да, вот смотрите, у меня вот... С рыбьих яиц. Во, у меня есть икра, икринку рыбка, брошу туда. Рыбка не вылупится. Не верите? Ну, давайте вот вы сами икринку бросите, или я... Передача будет, давайте, одну. Сколько мы рыбок? Одну? Достаточно, но большую. Одну, но большую. Давайте вот я вот эту икринку. Ага. Боже мой, за чистую воду бьемся. Нет, за икру бьемся. О, опускаю. И теперь мы ждем. Из этой икринки к концу передачи, поверьте мне, вылупится рыбка и будет плавать, и будет плескаться. Ну, маленькая. Ну, очень. Ну, посмотрим. Ну, по три. Ну, посмотрим. Теперь ваш розыгрыш.
Сергей, верите ли вы, что вы у меня всегда в сердце и на сердце? Я в сердце? Да. Ну, я знаю, что я в сердце многих женщин, но чтобы в сердце многих мужчин. Чтобы в сердце многих мужчин. Не верю. И напрасно. Так. Это Сергей Прохоров. Да. Я сделал тебе два, да. Собственно говоря, я хотел бы узнать, как у вас эта фотография попала. Я не знаю, как у вас в головке, у нас такие вопросы сразу язык отрезают. Ну что ж, действительно, это я в молодости показывать не буду. Александр Чутрюмов, пожалуйста, Александр, занимайте место за нашим игровым столом. С большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего блеф-клуба, я приглашаю, ну, сериал «Убойная сила», майор Шишкин. Причем настоящий майор. Очень на одного артиста похож. Здрасте, товарищ Прохоров. Здрасте. У вас никаких компроматов у меня нет, вот тут уже фотографию смотрю. А кто это тут сказал, отличник МВД, это что? Так это же комиссар милиции. Товарищ генерал, простите. Не узнал в таском-то. Нравится, товарищ подполковник? Да. Товарищ майор, в пустой голове. Да, майор, да, в пустой голове. Намек понял. Руку не прикладывай. Намек понял. Ну, на самом деле, я так думаю, что все уже догадались, что это замечательный актер Евгений Леонов-Гладышев. Кстати, Евгений, одну секундочку. Интересно, майор Шишкин, где вы вчера вечером были? Котов ловим. А это собака сторожевая. Б. Это волос овчарки сторожевая. Да ладно, ладно. Я прекрасный семьянин. Прекрасный семьянин. Я правда, если все равно не поверят. Г. 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 Гадюка. Не, по характеру гадюка, а по имени Галина. Ну ладно, скомпрометировали. Итак, Евгений, собственно говоря, хотел бы обмануть, но рыбка по-прежнему, уже увеличивается икринка в размерах. Что там за яйца-то? Вот, Евгений, но самое главное, я хотел бы спросить, да нет, там еще только икринка. Да. Евгений, хотел бы спросить, верите ли вы, что вот самое интересное, что если этой чудодейственной водой фильтров гейзер поливать подсолнух, то подсолнух он запоет. Он начинает свисти. Ведь самое интересное, что подсолнух это по латыни это поющий цветок, солнечный цветок. Ядрен батон, надо же. Да, задумался майор. Ну что, я верю. Верите и правильно делаете, потому что вот смотрите, я достаю вот этот вот цветок. Вот, и теперь он, собственно говоря. Не-не. Гимн милиции. Он и листиками машет, он там и поет. Это вам, чтобы вы баловались, поставите у себя в кабинете, и когда вдруг у майора милиции Шишкина будет плохое настроение, бабах и дискотека, настоящая милицейская. Служу России! Да. Теперь ваш розыгрыш. Ну, товарищ Прохоров, во-первых, зовут меня Павел Иванович. Ага. Верите ли вы, что вот я... И этот, вот как вы сказали, артиста худой, Леонов... Леонов-Гладышев. Леонов-Гладышев. Угу. Вот как бы одно и то же лицо. Ну, вообще, я Леонова-Гладышева привык видеть это без усов. Поэтому... Не, конкретно, давайте конкретно. Конкретно. Верите или... Конкретно. Майор милиции, конкретно. Конкретно. Простой вопрос, оставите меня в затруднение. Да, оставите затруднение. Одно и то же. Ну, верю. Зря. Зря. Совершенно разные лица. Евгений Леонов-Гладышев. Спонсор программы «Фильтры Гейзер». Начинаем игру. Кстати, я должен сказать, что пока наши телезрители смотрели рекламу, у нас все быстрее произошло, потому что вода настолько насыщена, у нас уже... Саша, смотрите, рыбка появилась, видите, плавает. О, живородящая. Гамбузия. Не гамбузия, а меченосец. Сколько надо продержать, чтобы побольше выросло? Будем ее кормить икрой, кстати. Да? Посмотрим, давайте как будет. Не, лучше рыбку. Веришь ты или нет? Много лет тому назад очень известный артист один петербургский, не буду называть его фамилию, но назовем, допустим, его Сидор Спиридонович. Да. Поехал в Сибирь своим большим творческим сольным вечером в городе Шарлык, полный зал людей. Он уже заканчивает второе отделение и читает там то ли Горина, то ли, я уже не помню, там кого-то читает. И там по тексту, ну чего уставились, чего уставились? Ну хочешь, дай мне по морде, или ты дай по морде, пожалуйста. Каждый может выйти и дать мне по морде. И показывает на молодую пару, сидящую в третьем ряду, ну дай по морде, дай, пожалуйста, дай по морде. Вдруг слышит, дама говорит своему,
ну ты ж такой крутой, выйди, дай ему по морде. Ну выйди, выйди. И вдруг Сидор Спиридонович видит, выходит мужчина на сцену, подходит и ничего не объясняет, как дал ему. Ну, кровь, упал, занавес, милиция, представление сорвано. Прошли годы. Синяк зарос. Идет этот человек, значит, Сидор Спиридонович на Ленфильм. Подходит к нему незнакомый мужчина и говорит, а вы меня не помните? Нет, а что такое? Что случилось? В чем дело? Спасибо вам большое. Берет его руку, трясет, и Сидор Спиридонович чувствует, что ему что-то в руку суют. Спасибо вам большое, что вы меня не посадили тогда. Это ж я вас тогда, помните, ударил в шарлыке. Извините, ради бога. И ушел. Сидор Спиридонович руку открывает, а там 3 рубля. Ну, по тем временам, наверное, большие деньги. Да, да, да. Вот такая вот история, Виктор. История, да. Еще 3 рублей, конечно, мог набрать. Верю. Итак, Виктор верит. А зря, и я фильтр. Фильтр от нашего спонсора, фильтр Гейзер, вручаю. Отнимите последнюю звездочку. И поздравляю. Итак, играем дальше, пожалуйста. Евгений. Угу. Оп, туз. Какой я доверчивый. 8 и 6. Ну ты по Станиславскому. Туз, шестерка, конечно. Александр, да, в курсе? Что, 6, значит, что это приз, да? Не приз. Это, я бы сказал, приз от вас, нам, понимаете? То есть вы должны чем-нибудь, ну... Порадовать. Сбацать. Станцевать, спеть? Станцевать, можно спеть, можно стих прочитать, можно, я не знаю... Из раннего чего-нибудь. Из раннего что-нибудь, да. Давайте анекдот из раннего. Давайте анекдот. А может быть, песня, мне кажется, вот по голосу чего-то. Гляжу я на небо, дай думку. Дивлюсь я на небо, дай думку, гадаю, чому ж я не сокіл, чому ж не летаю, чому же мне, Боже, ты крыльев не дал? Я б землю покинул, тай в небо залетал. Бурные продолжительные аплодисменты. Александр Чудрюмов, замечательно, спасибо. Спонсор программы «Фильтры Гейзер». Учился у нас в театральном институте на курсе у Леонида Сергеевича Бегена студент из Ирака, Сатар Аль-Альзави. Красавец, 2 метра ростом, глаза маслины. Цвет лица, красота такая. Мы с ним так познакомились уже где-то. Он учился уже на 3 курсе. Вот мы, значит, идем от автобуса, идем к общежитию. И он говорит, Витя, очень сложно. 3 курс очень сложно. Раньше имели девочка каждый день, а теперь очень сложно. Вот. И вот этот Сатар Аль-Альзави на курсе у Леонида Сергеевича Вивьена ставил чеховского медведя. Когда Леонид Сергеевич посмотрел это... на постановку и сказал, Сатар, что это? Тот говорит, однако медведь. Не верю, взревел Сергеевич Вивьен. А вторая фраза была, в зоопарк. Его послали очередным режиссером в Ташкент. Но история на этом не заканчивается. Да. Сокурсник Сатара через 10 лет попадает в Багдад. И приходит, значит, эйфория, попал за границу, он в посольство, говорит, мне бы, знаете, ребят, повидать бы здесь своего однокурсника хочется. Да нет проблем, как его фамилия? Сатар Аль-Альзави. Так посольские задумались, и он говорит, а что, нельзя? Нет, конечно, можно, говорит, но мы как-то вам не рекомендуем. А в чем дело? А дело в том, что Сатар Аль-Альзави один из самых богатейших людей Ирака. У него целый квартал публичных домов в Багдаде. Вот веришь ли ты, что столь роковую роль в судьбе Сатара Аль-Альзави сыграла знаменитая фраза Леонида Сергеевича Вивьена «Не верю». И с тех пор сокурсники приезжали в Багдад и бесплатно пользовались услугами своего сокурсника. Некоторые не возвращались. Конечно, это легенда. Если мастер сказал не верю, то я тоже не верю. Не веришь, да? А это правда. А это правда. Я поздравляю вас. Еще один, так сказать, на куче. Спонсор программы «Фильтры Гейзер». Когда ты еще был маленький,
Я снимался на таджик-фильме, в одной из главных ролей играл таджика. В Тюбетейке? В Тюбетейке играл, да. И у нас был режиссер Абисалам Рахимович Рахимов, народный артист, лауреат всех сталинских премий. И я ему все время задавал один и тот же вопрос. Абисалам Рахимович, а скажите, пожалуйста, а за что вы народного артиста получили? Жена, я на правительственных банкетах тосты говорил. И вот один раз он ко мне подходит и говорит, Жена, вот и завтра в 10 часов вечера у гостиницы «Таджикистан» будет машина стоять, едем в горы, в Кишлак, Абризани будем смотреть. Большой национальный праздник, Абризани будем смотреть. Так это ж не таджикского. И у них тоже это есть, ты знаешь, да? Вот и есть, ну, вам лучше знать, ребята, разберитесь. Абризани будем смотреть, как делается. Ну, я помню, купил футбольный мяч «Артекс», 25 рублей, большие деньги. Час стою... Подарок, что ли? Да, полагается подарок. Мальчик, час стою, мальчик, машины да? нет, два стою, машины нет, злой, ушел в гостиницу. На следующий день подхожу. Абисалам Рахимович, ну как же так можно? Ну два часа простоял у гостиницы, машины нет. Ну как же так? Ну нельзя так шутить. Жена, Абризани не были, у нас там похороны были. Веришь ли ты? Мальчика зарезали. Неудачно. Рассчитали немножко. В Кишлаках, если кто-то умирает в Средней Азии, отменяются все праздники, в первую голову надо хоронить. То есть рубанули по животу прямо. Веришь ли ты, что была такая история со мной и с Абисаламом Рахимовичем Рахимовым? А с мячиком как бы на похороны-то и неудобно. Неудобно, да. Ну, очень хорошо рассказывал и приводил цифры 25 рублей. Мы с тобой же не такой разницы возраста, да? Такая маленькая. Не верю. Поздравляю тебя, Саша. Не верю. Саша, да, я поздравляю, я вручаю еще один подарок. Это от гейзера, фильтр уже такой. Да, нет, с кувшином. Не пустой, говорю, там. Там-то внутри-то, да, пустой. А это я вспомнил сразу анекдот, когда тоже похороны идут, значит, все стоят уже, собираются покойника хоронить, и вдруг, значит, мужик такой опоздавший прибегает, он раз, ты что, так покойник, раз, что туда положил, его все спрашивают, ну ты что, опоздал-то? Он говорит, да цветов не было, я ему шоколадку принес. Спонсор программы «Фильтры Гейзер». А было это на съемках фильма «Особенности национальной политики». Он сейчас еще не вышел, но вот-вот озвучание там заканчивается, денежка, вот, по сценарию Рогожкина. Вот, снимался этот фильм в Пскове, и очень большая часть съемок была в санатории правительства Кривск. Там какие-то воды минеральные, там еще, ну, место хорошее, красивое, на берегу Чудского озера, ну, просто шикарно, просто шикарно. Рыбалка там. Кино, вино, домино и наша тетя, все. Все там было. Вот. И с учетом того, что, значит, съемки проходили, а на следующий день были утренние съемки, и чтобы не ездить, а это все-таки 30 километров туда-обратно, мне предложили остаться в гостинице, чтобы утром не ехать, переночевать. Ну, мы с Сергеем, конечно, пошли, там чем шикарное главное. Кружка пива 8 рублей. Благодать. Отвертка, водочка с очком там, 6 рублей 50 грамм. Так ну, отвертка или водочка? Нет, называется отвертка. Водка с этим, как... Ну, Сергей, ну вы так мало знаете, ей-богу. Ну вот. И мы остались. Ну, естественно, немножечко выпили. Ну, как положено. Нам дали служебный номер. Там две кровати, там тумбочка, все как положено. Легли спать. Значит. С водителем? Ну да, ну не в одной кровати, естественно. Утром, естественно, будет раненько, вот. Но во рту так сухость полости рта, ну, видно, воздух, он все-таки влияет. Как это, да да не воздух, водка влияет. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, я проснулся, все, а что-то хочется, такое рту. Я смотрю, стоят два пластмассовых стаканчика, водичка. Ну, минеральная водичка, их там с запахами. Я вышку, выпил, неприятно, конечно, ну, все равно оно греет. Все, значит, прихожу на съемки, там, все, значит, съемки. Вдруг он подбегает от Сереги, говорит, Александр Николаевич. Я говорю, что случилось? А вы стакан там с жидкостью не пили? Я говорю, выпил, что... Ой, там у меня линза была это, правого глаза. Ё-моё, меня затошнило, замуздило. Ну, все, естественно, было смешно, интересно. И Рогожкин это слышал, и он в свой, значит, сценарий особенности национальной охоты в зимний период включил это в сценарий. Вопрос такой, линза-то вышла? У меня в краску выйдет. Так вопрос, ты спрашиваешь, Саш, правда ли, что включен сценарий? Что, нет, что такое? Нет, что такая история была. Имело место, да? Да. Ну, юмор милицейский, конечно.
Милицейский. Ну, хорошо. Я человек доверчивый. Верю. Итак, Евгений верит. Евгений, мне бы твою наивность, я бы начал жить сначала. Это неправда, это неправда. Александр, я поздравляю. Спонсор программы «Фильтры Гейзер». С женой едем на троллейбусе из театра. Еще тогда метро у нас не было построено, Приморское. И поэтому едем на троллейбусе. Путь долгий. Вот где-то на Большом проспекте подсаживается, заходит в троллейбус, такой здоровый рыжий парень. И слегка подвыпивший так. И, а я сидел вот это, ну, сидень над колесом, вот сюда, спиной по движению. И вот этот парень стал, значит, встал и на меня стал внимательно смотреть. Ну, там говорит, ну что он смотрит? Я говорю, ну не ладно, ну смотрит человек, мало ли, понравился ему, да. Ну, может, узнал, ну что тут такое. Понравился. Значит, вот он стоял, смотрел. Потом, значит, его там из потолка, он опирался на меня. Опять, значит, так там говорит, ну скажи ему, ну что он опирается? Я говорю, ну мало ли, ну что я буду портить человеку? Ну, нравлюсь я ему как артист, очевидно. Да ему можно. Ну, синдром, да? Тот самый, артистический синдром. Ну, так долго эта история длилась, пока мы не доехали, переезжаем речку Смоленку. И там общежитие начинается, вот остановка. У нас следующая остановка. Вот тут остановка за мостом. И этот, наконец, парень мне говорит, давай выйдем. Ну. А задумался, да, я говорю. А ну, стоит ты знаешь, да, да. Как-то душа его что-то кисленько шевельнулась. Да, я говорю, да знаешь, ну если тебе надо, так ты и выходи. И он тогда своей пролетарской мощной ладони мне так по шее. Бам. Но тут я думаю, ах, так, ты, оказывается, так ставишь вопрос. Я, значит, схожу с сиденья, беру его за... Грудки. За грудки. За горло. И так разворачиваю, как дал ему по зубам. Он пролетел весь троллейбус, ударился где этот скос, водительский скос, и как бильярдный шар, он так бэнс и вылетел на улицу. И водитель закрыл дверь, и мы поехали. И тут все пассажиры стали говорить, мы давно это видели, мы давно видели, что он на вас недобрым взглядом смотрел. Как хорошо, что вы его проучили. Вот. Видишь ли ты, Женя, что вот столь удачный, так сказать, педагогический прием у меня получился, потому что я до театрального института полтора года проучился в педагогическом институте имени Герцена. Человек искусства. Человек искусства, он не мог это сделать. Наверное, на учителя физкультуры учились, да? По лицу убьют. Нет, художественно-графический факультет. Вообще, Костецкий человек мягкий, интеллигентный. Все-таки я не хотел бы верить, чтобы ты, даже защищая свою собственную честь и своей семьи, мог публично ударить. Он мог выстрелить. Не веришь, значит, да? Ну, верю. Веришь? Да. Неправда, это неправда. Я с большим удовольствием. Вот я обманул. Виктор, вручаю вам. И так много рассказывали кинематографических историй. Я тоже вспомнил, ты где-то прочитал. Забавная история. Это, по-моему, 70-е годы. Только что вышла киноэпопея «Освобождение». Да, ну, знаменитое «Озерово». Да, и вот ее показывают, значит, в Грузии. Идет, значит, показ где-то в каком-то кинотеатре в Тбилиси. И там, значит, когда актер, который Сталина играет, грузин, да, я уж не помню, кто. Закарядзе, да? Закарядзе, да. Он, значит, ну, когда появляется на экране, все грузины, естественно, аплодируют, а фильм идет с грузинским переводом, надо сказать. То есть, ну, как бы, ну, по-грузински, поскольку вот в Тбилиси. И вот, значит, там момент, когда в ставку приходит Гитлер, и Гитлер приходит и говорит, «Хай!» И переводчик переводит, «Гамарджоба генецвали!» Евгений, вот я, во-первых, благодарю к за участие. Семье можно подойти? Сегодняшний... Нет, я думаю, что действительно семье можно подвести, потому что теперь в вашем доме будет прекрасный фильтр от нашего спонсора. Спасибо, я еще раз напоминаю, большое, что это фильтры Гейзер. Я с большим удовольствием вручаю вот такой вот двухступенчатый фильтр. Большое. Женя, это действительно вот двухступенчатые фильтры. И что самое интересное, что очень удобно, что тут отдельный кран на чистую воду. И очень удобно, что когда вот уже кассета загрязнится, то она сама даст о себе знать. Просто вода не пойдет. Поэтому нужно или взять, достать ее и промыть, и обратно поставить. А, конечно, лучше всего это просто взять ее, выкинуть, и пойти в магазин и купить новую, и пользоваться им еще много-много лет. Потому что вот через эту штуку должно, прежде чем засориться, пройти 25 тысяч литров воды. То есть это, по крайней мере, я думаю, что на семью, на полтора
полтора года хватит. И на соседей. Спасибо. Даже. Ну и кроме того, поскольку Евгений уже не первый, не первый раз принимает участие в нашей программе, Женя, это вот от рекламного агентства «Постер», вот такая вот улитка, чтобы ползти и приползти сюда еще. Глазами, что ли? Саш, на тебя похоже. Евгений Леонов-Гладышев. Спонсор программы «Фильтры Гейзер». Хотя, ну, первый вопрос вам, поскольку в финал первый вышли вы, поэтому вопрос такой. Верите ли вы, что мечта любого мужчины, это чтобы на улице к нему приставали и знакомились с ним девушки? Конечно. Верите, а зря. Это ваша мечта. Знаешь, что он не мужчина. Но не каждый. Счет по-прежнему 0-0. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что каждый начинающий стоматолог должен знать, что последнему человеку появляются искусственные зубы? Последними у человека появляются искусственные зубы. Верю, конечно. Верите и правильно делаете. Счет 1-0 в вашу пользу. Хотя вопрос вам. Верите ли вы, что фраза «сдохну, но проживу жизнь до конца» принадлежит Павке Корчагину, герою Николая Островского, в романе «Как закалялась сталь»? Просто не всегда ее переводили. Там вот цензоры, они некоторое время ее запрещали. Итак, фраза «сдохну, но проживу жизнь до конца». Пашка Корчагин. Пашка мог. Но не верю. Не верите, правильно делаете, сейчас становится 1-1. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что ошеломляющую новость обнародовали американские ученые? Оказывается, чем больше черные люди, то есть негры, пьют молока, тем светлее становится их кожа. Не верю. Не верите, правильно делаете, сейчас становится 2-0, 2-1 в вашу пользу. Асана, вопрос вам. Верите ли вы, что знаменитый русский путешественник-одиночка Федор Конюхов сейчас готовится к своему новому проекту? Он собирается в одиночку пересечь океан на комфортабельном лайнере. Один на большом, не на яхте, а просто на лайнере один через весь океан. В сумасшедшем доме день открытых дверей, да? Не верю. Не верите, правильно делаете, сейчас становится 2-2. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что однажды один чудак спас другого чудака, который задохнулся от застрявшего у него в горле предмета при помощи обыкновенного пылесоса? То есть человек что-то проглотил, у него там предмет встал в горле, он ставил ему пылесос и таким образом спас его. Верю. Верите и правильно делаете. Так, счет 3-2 в пользу Виктора. Итак, Александр, вопрос вам. Верите ли вы, что итальянские медики сделали интересное открытие, что чем меньше одежды на прекрасном поле, то есть на женщине, тем меньше у нее мозговая активность, так как в тот момент женщина думает, какое она впечатление производит на мужчину. То есть когда женщина раздевается, у нее мозги вообще не работают. Ну, вы о женщинах, как о лошадях. Нет, потому что она думает, как произвести... Это действительно так. Это действительно так. Конечно. Так что я правильно о женщине. А что ж ты мне сказал-то? Счет 3-2 в пользу Виктора. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что праведную жизнь человек начинает вести тогда, когда у него на грешную уже ни сил, ни денег не остается? Да, правильно. Глаза соколом. Итак, праведную жизнь, когда уже ни денег, ни сил не остается. Колись. Но еще не тот возраст, не верь. Верю. Верите, а зря. Сейчас по-прежнему 3-2 в вашу пользу. Итак, Татьяна, вопрос вам. Верите ли вы, что сейчас наряду с ускоренным курсом английского языка по методу Илоны Давыдовой появился новый курс ускоренного изучения татарского языка по методу Илоны Кельманбельдыевой? Незваный гость лучше татарина. Или хуже. Не верю. Не верите и правильно делаете. Сейчас становится 3-3. Так. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что иногда поцелуй – это лучший способ заткнуть рот женщины, когда она говорит глупости? Итак, женщина несет всякую дурь, вы подходите ее так. Это уже не о возрасте. Я-то верю. Верите и правильно делаете, это действительно так. Сейчас становится 4-3 в вашу пользу. Александр, вопрос вам. Верите ли вы, что в Англии раз в год проводится чемпионат мира по пряткам? Задача играющих – спрятаться на заданной территории так, чтобы их не нашли. В Англии? То есть им дают такую территорию, такую небольшую, они там прячутся. Чемпионат мира по пряткам. Если мира, то нет, не верю. Не верите и правильно делать, еще становится 4-4. Виктор, вопрос вам. Слушай, верите ли вы, что трезвые люди влюбляются намного реже, чем пьяненькие? Ну, тут тоже, наверное. То есть пьяненькие, они как-то вот чаще. Помнишь, говорят еще, мне столько не выпить. По большому счету не верю. Не верите, а действительно трезвые люди влюбляются намного реже, чем пьяненькие. То есть пьяненькие влюбляются чаще. Я просто вопрос так ставлю, чтобы запутать. Счет становится 4-4. Заболтал. Итак, заболтал. Итак, Александр, вопрос вам. Верите ли вы, что к радости многих известных музыкантов у нас в стране появился первый российский частный симфонический оркестр? Частный симфонический оркестр. Иди, ну и сколько же нам в квартиру длить это затолкать?
Частный симфонический оркестр. Причем в квартире они репетируют, не обязательно снимают помещение, но частный. То есть вот принадлежит, есть человек. Все музыканты, частная собственность. Футбольная команда. Я за тебя и говорю, да, верю. Верите и правильно делать, это действительно так. Я искренне хотел. 4 в пользу Александра. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что люди с более разветвленными социальными связями, там семья, родственники, друзья, реже болеют и дольше живут, чем люди там вот одиночки? Да. Верите и правильно делать, это действительно так. Счет 5-5, ничья, боевая. Поэтому по дополнительному вопросу. Да. Давайте я задам. Хотя вопрос вам. Верите ли вы, что чем длиннее ноги у женщины, тем легче для них найти место в сердце мужчины? Это дело вкуса. Не верю. Не верите и правильно делать. Еще становится 6-5 в вашу пользу. И, Виктор, вопрос вам. Роковой. Верите ли вы, что охранники, которые обеспечивают безопасность какого-либо лица, потому носят короткие стрижки, чтобы их не спутали с самим охраняемым объектом? Не верю. Не верите, а зря, это действительно так. Я поздравляю Александра с победой и прошу принести открытки тех телезрителей, которые поставили на карту, которая сегодня помогла победить Александру. Итак, пожалуйста, любую открыточку выбирайте, не бойтесь. Не, ну я вот эту хочу. Но можно там рассмотреть, можно свой адрес даже поискать. Нет, наверняка хочу, писали. Нет, я хочу телефончик заодно, а то только адрес. Же. Ага. Итак, пожалуйста, выносите пока призы, я просто прочитаю адрес. Санкт-Петербург, улица Спирина, дом 16, корпус 2, квартира 51. Лидия Гнедова, мы вас поздравляем, потому что... Лидия, мы с вами. Лидия Игоревна, я так думаю. Потому что теперь у вас дома будет вот такой замечательный фильтр, и вы будете пить экологически чистую воду. Кстати, в нем есть специальный минерализатор, который позволяет сделать нашу Невскую воду... Не-не-не, не уходите. Нашу Невскую воду сделать специально еще более, ну, такой, с минералами, потому что... В нашей мягкой Невской воде порой не хватает минералов. А если вы живете в области, то можно вставить туда специальный тоже фильтр, который наоборот будет смягчать ее. То есть видите, какие замечательные эти фильтры гейзера. Как вас-то зовут? Наташа. Наташенька, вы знаете, я вот где-то читал, что вот если девушка будет пить чистую воду, то она станет еще краше, она станет еще выше, мужчина в нее будет просто влюбляться. И поэтому я хотел... Что вы на меня так смотрите? Вы на меня так смотрите, как будто у вас родители на дачу уехали. Телефон. Вот вы знаете, мы с вами в красном, по-моему, великолепно смотримся. И чтобы вот родители на дачу тоже обязательно пили чистую воду, это им. А чтобы когда родители уедут, чтобы вы когда пригласите в гости... Не-не-не, своих подруг. Своих подруг, чтобы вы тоже пили чистую воду, выходили такими красивыми девчонками. Это все вам. Так что, пожалуйста, отправляйте. Спасибо вам огромное, Наташа. Александр, да, второе место. Александр, за второе место в сегодняшней игре. Я с большим удовольствием от нашего... Взял, опустил ниже плинтуса. А, Виктор, за второе место в сегодняшней игре. Не, ну я думал, что начальство... Погоны заблестели. Я думал, что начальство победило. Виктор, за второе место в сегодняшней игре. Я тоже хотел, чтобы вы дома пили чистую воду, поэтому с большим удовольствием вручаю вам гейзер 3. Что такое гейзер 3? Это значит, три фильтра здесь стоит, поэтому вода будет еще чище. Здесь стоит угольный знаменитый фильтр. Ну и кроме того, вы помните, да? Как только вода не идет, знает все, не идет, значит, все опять меняем. Это вам, спасибо, Виктор Костецкий. Спасибо. Александр, мне хотелось бы вручить вам вот это. Нет, это специальная металлическая колба. Если бы взял Костецкий, то я бы отбежал. Кроме того, ну можно, конечно же, просто убить, но на самом деле это просто огромный фильтр, который вы поставите. Вы, в принципе, его можете... Вы на каком этаже живете? А что такие подробности? Не, ну просто, на каком этаже? На седьмом. А? На седьмом. На седьмом. Вы, в принципе, его можете поставить на входящий в трубе в дом, и тогда весь дом на протяжении года будет пить чистую воду. То есть это на финансовую основу поставить или нет? Ну, купи. У меня такое впечатление, что вы не артист, а предприниматель, понимаете? Потому что действительно тогда можно брать еще квартплату с жильцов. Дополнительно. Нет, это действительно, я думаю, что этого фильтра хватит на очень многие годы, и вода будет действительно очень чистая в вашем доме, потому что мне кажется, что ну хорошо, если вы будете пить чистую воду. Не только воду. И мыться в чистой воде. Точно. Да, и полоскаться в чистой воде. Поэтому я с большим удовольствием представляю тех, кто сегодня играл в Лев-клубе. Еще раз напоминаю, что это актеры, которые снимаются в сериале «Убойная сила». Евгений Леонов-Гладышев. Виктор Костецкий. И Александр Четрюмов. Саш,
Я совсем забыл. Вы знаете, ведь вот всегда бывает такой момент, когда, ведь, помните, мы же в самом начале-то, да? Вот. Я понимаю, что собаку дарить человеку неудобно. Кошку тоже неудобно. Но вот рыбку, ее можно подарить всегда. Потому что я понимаю, что человек не знает, что с ней делать. Александр, день рождения очень приятно. Вместе с бокалом. И рюмочка хорошая. С бокалом, да. Вместе с бокалом. И если хотите, в принципе, еще и икры возьмите. То когда будете пить из этого бокала, не забудьте, что там еще и рыбка. Александр Чедрюмов. Где твоя улыбка?